целью предупреждения селепаводковых и оползневых явлений, которые свойственны весенний период, Министерство по чрезвычайным ситуациям совместно с другими профильными структурами проводит регулярную профилактическую работу. Примеры из Ташкентской области. Берегоукрепительные работы на перевале Камчик всегда проводятся задолго до сезона селепаводковых явлений. Такая профилактическая мера обеспечивает желаемый результат на геологически опасных участках, то есть удается предупредить сход оползней селя или же свести к минимуму ущерб от этих природных явлений. На ваших экранах кадры учений специального поискового пожарно-спасательного управления Камчик МЧС. На разных участках маршрута спецтехника укрепляет берега саев, каналов и рек, а также сооружаются селеловушки. Таким образом, обеспечивается полная безопасность для передвижения как для автомобильного транспорта, так и железнодорожного. Это архиважный процесс, если учесть тот факт, что через перевал Камчик ежедневно проезжает около 25 тысяч машин. Подобные учебные занятия помогают обеспечить стабильную работу дорожно-инфраструктурных объектов и быстро реагировать на селевые и другие происшествия. Гидрометеорологические явления не редкость и в горных локациях Бостанлыкского района Ташкентской области. На ваших экранах республиканская рабочая группа исследует такие участки, а после профильным структурам будут даны соответствующие указания для проведения уже комплексных технических мероприятий. В этом сезоне мы обращаем особое внимание на профилактику в плохих гидрометеорологических условиях, при этом организуя правильное передвижение граждан в таких чрезвычайных ситуациях. Отметим, что в центральном аппарате МЧС ведет свою работу штаб правительственной комиссии по борьбе с селепаводковыми явлениями.